этим малолетним, как их назвать, не знаю, чтобы, может, вас они послушают. Они ответят вот прямое, они не считают быть на вашем месте. Я говорю, а уе там, скоро в общак, все такое. Вот. С общака тогда начну. По-моему, в январе 2017 года, номер 4, вечерка газета, была такая статья: «АУЕшники захватили власть в Новопавловске, Петрово-Забайкальского района». Там написано, значит, что в школе АУЕшники с детей выколачивают деньги, вообще берут даже продуктами и вещами. Вот я обращаюсь в первую очередь к тем, с кого вышибай деньги вообще. Не бойтесь, давайте им отпор. Смело вообще. Потому что вот испокон веков вообще было дело добровольное. Хочешь – дай вообще. Хочешь – не дай вообще. Заставить никто никого не может. Давайте смело отпор. Вот если бы при мне четверть века назад такое случилось, да, что кто-то бы со школьников выбивал деньги вообще, я бы просто послал часть своей бригады, мы бы вот этих, да, рэкетеров, так сказать, в кавычках, мы бы их обрезали очень остро, радикально, абсолютно. Никогда бы такого не было. Но в наше время такого и не было. И я сейчас всем говорю, и бандитам, прекратите вот это. И скажите, чтобы никого не выколачивали деньги за общак. Это недопустимо абсолютно вообще. Нельзя таким заниматься. Второй момент. Вот раньше я зашел в тюрьму, мне было 14 лет. Я зашел в камеру, и мне не сказали «здравствуй». Мне сказали «статья». То есть, если бы я зашел в камеру, будучи со 117, то есть за изнасилование, меня бы сразу выперли с приличной камеры, понимаете? Я зашел в камеру, мне сказали «статья». Я говорю, 89-я, часть 3-я. То есть, я обокрал магазин, мне сказали «проходи», я прошу. Мы в наше время брезговали теми, кто прикасается к женщинам, потому что это наши матери, это наши сестры, да это наши дочери, это наши дети. Вы забудьте про эту мерзость вообще. Женщин трогать нельзя, понимаете? Это вообще ненормально. Ну, конечно. Да женщин не только насиловать нельзя, их даже бить нельзя. Вот мы когда совершали преступление, да, ну, допустим, я грабил магазин, вот коммерческий магазин грабил по улице Бабушкина в Чите летом 92 года. В магазин набирали девчонок, в первую очередь красивых продавщиц. В те времена, все про это знают, да? Вот перед ограблением я всем объяснил. Мы идем в магазин для того, чтобы изъять оттуда деньги, а не для того, чтобы убить человека или надругаться над девчонками. Вот мы зашли в магазин, мы девчонок просто в кабинет посадили и закрыли. И я им сказал, не бойтесь. И вот были на них какие побрякушки, да? Да ничего мы не взяли вообще. Мы у них не взяли ни цепочки, ни колечки. Я сказал, не бойтесь, никто у вас на пальцем не тронет. Потому что женщины святые, они рожают вот вас, которые потом насилуете женщин. Вы ненормальные люди, если вы так поступаете. Я сейчас призываю просто к вашему здравому смыслу. Но будьте людьми. Вас родила женщина, которую вы потом насилуете, оскорбляете, обижаете, избиваете.